В микрорайоне Чкаловске отключают холодную воду. О перерыве водоснабжения жители предупреждены заранее. А все потому, что пришло время менять запорную арматуру на магистральных сетях. В первый день ремонтная бригада межрайонного Щелковского водоканала должна заменить два запорных вентиля, через которые вода подается в дома и учреждения густонаселенного микрорайона. Щелковский водоканал проводит замену запорной арматуры на путевых участках диаметров 200 и 150. Вот. Это позволит нам отсекать участки не полностью по всей протяженности, а сокращать количество домов, попадающих под отключение при аварийной ситуации или при проведении профилактических работ. На данный момент проводятся работы на пересечении улицы Ленина и Институтской. В первый день бригада заменила задвижки на основном водоводе, через который вода поступает во все дома микрорайона. Происходит демонтаж старой запорной арматуры. Слесар аварийной службы Купинин Иван Алексеевич производит демонтаж болтов, чтобы в дальнейшем произвести снятие запорной арматуры. За месяц в три приема водоканал планирует поменять 7 задвижек, чтобы в дальнейшем иметь возможность при аварии отключать воду не на всей улице, а максимум на 2-3 домах. Новые задвижки с увеличенным сроком службы и должны проработать не менее 50 лет, столько заявляет производитель. Управляющая компания ЕДС «Щелково» использовала отсутствие воды для замены изношенной запорной арматуры в подвале дома 7 по улице Институтская. Производим демонтаж старой обводной линии мимо счетчика. Здесь течи были, вот заменяем вот это место. Согласно плановых работ с межрайонным Щелковским водоканалом, оповестили жителей, производим отключение для замены запорной арматуры и замены участка трубопровода диаметром 100 мм. На данном адресе работает бригада в составе 3 человек и мастер. За счет средств текущего ремонта УК планирует заменить отслужившую свой срок запорную арматуру на 4 многоквартирных домах. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.